Многие участницы клуба «Оптимист» уже давно вырастили своих детей и сейчас помогают растить внуков и правнуков. Активно занимаясь творческой деятельностью, они всегда приглашают на свои выступления родных и близких. Поэтому неудивительно, что на концерте ко Дню матери, который состоялся в Центре социального обслуживания пожилых граждан и инвалидов, некоторые гости и сами вышли на импровизированную сцену. Мы к стыду своему, только в зрелой поре, когда души спасаем от хлама, понимать начинаем, зачем в букваре первым словом написано «мама». У каждой из этих женщин за плечами десятки прожитых лет, наполненные трудностями, победами, поражениями, слезами и смехом, и, конечно же, любовью. Выступая перед зрителями, они вспоминают своих мам и тут же через стихи и песни обращаются уже к своим детям. Спи, моя крошка, мой птенчик пригожий, баюшки, баю, баю. Пусть никакая печаль не тревожит детскую душу твою. Почетным гостем мероприятия стала заместитель директора комплексного центра социального обслуживания населения, мама замечательного сыночка, отличника и спортсмена Екатерина Филиппова. В нашем учреждении функционируют 9 клубов для инвалидов и граждан пожилого возраста. В каждом из них пройдут подобного рода мероприятия. Но здесь и сейчас хочется поздравить членов клуба «Оптимист». Хочется напомнить еще раз, как важно и значимо слово «мама». Пожелать вам хочется здоровья, оптимизма, хорошего настроения и почаще улыбаться. Выступления, подготовленные детьми и внуками участниц, стали замечательным подарком к празднику. Многие из них не привыкли к публичным выступлениям и в этот день, поборов волнение, вышли на сцену, чтобы перед всем зрительным залом сказать самые важные слова своим мамам. Пряткам снежным твоим прикоснусь я губами, их с любовью согрею душевным теплом. Ты как ангел-хранитель, меня укрывая, от невзгод заслоняешь надежным крылом. Трогательные душевные стихи, песни и пожелания присутствующим здесь мамам звучали в течение всего мероприятия. Но День матери прежде всего праздник, и у каждой мамы есть достаточно поводов улыбнуться, вспоминая своих сыновей и дочерей. Ты в бой поведешь оловянных солдат. Будь дерзкой и смелой, ни шагу назад. Так с фланга зайди, артиллерии бей. Не знаешь, что это? Спроси сыновей. Ты выучишь с ними все виды машин, а станут побольше все виды их шин. Еще подрастут и тебя просветят, зачем нужен стартер, кардан и домкрат. Концерт, посвященный Дню матери, удался на славу. Мероприятие продолжилось за праздничным столом. Вера Савельева, Сергей Чернецов, «События и люди».